Хочется уже пройти этих гномчиков и начать что-то серьезное играть. Чего серьезного-то? Не знаю. Какие-то еще эти есть по-любому игры. Миллион игр так-то. Так. А если я поставлю китайский, китайская озвучка будет же, да? Просто иероглифы там будут. Там. Так, отлично. Вот пришел. Статус готов присоединиться. Вздохнул. Устал уже, что ли? Да что-то вспотел. Жарко. Жарко у тебя? Да я вот тоже мучаюсь. Уже заебался. Я пуху открыл, у меня открыто. Как у меня Холодно, правда? тоже открыто. Снизу холодно, блин, сверху жарко. Да, вот ноги у меня... Ну, я в шерстяных носках сижу нормально. Ебать, так метет. Чё такое? Чё у меня зависло? Не знаю, у Ты не меня загрузился? грузогрузка. Ау, тебя, Вот. наверное, ждал. Наверное. Так. В принципе, у меня все окей. А, надо. Починить нам Блин, надо. надо. Так, погоди-ка. Нет, я починился, походу. Да. Мне нужно. Так сделать. Так сделать. Так, черный алмаз у меня есть еще. Одна. Сколько надо, кстати, сколько-то еще фармить надо нам? Всего 50 надо. Сейчас. Вот тут У тебя сколько сейчас? 45 тут вот лежит. Вот Блин, я уже золото добавить не могу. в этом ящике 45 лежит. Надо еще 5, короче. Блин, а кусочек-то куда этот кладете? О, монеты я сюда надо класть. Уже нечего класть. Так, что за цветочки-то у меня, я блин, не могу сказать их. Блять, это уже тоже все переполнено. Да. Закинь сюда. Все переполнено уже, но. Закинь в это. Не знаю, что за цветочки, что они делают. Пригодятся, мне кажется. Мне кажется, в этой игре все пригодится. О, новый щит какой-то. Мини-реликвия. А, второго уровня, хуйня. А у меня сейчас какого уровня? Я с первым бегаю вообще, потому что он светит хотя бы. Вот тебя пробивают так. Просто... Ну, типа А, у больше. меня второго нет, у меня нормально. Так, чё, пойдем отдохнем. Да. Золото, кстати, надо четвертую кучку сделать, походу. Надо. Потом уж это замутим. Пляшки еще надо заполнить. И не приготовились, походу. Да, так. Так, отлично. Так, куда? Так, перевал. Перевал. А, тут кровать записать. Подожди, а где кровать? А, вот там. Потребовал. И пока бежишь.
достаточно. Бля. Ночь. Что мы не туда бежим? Да. Да, у меня, ну, у меня тут стена из точек таких. Все. Так стоит. Так, нам налево нам надо. Так, справа мы все зачистили, да? Потом пойдем прямо, если что. Тут этого что, будем этого гасить или пропустим? Кого? Ну, а, слева тут же. Он постоянно просто появляется, бесит не нужен. Так, а здесь мы. Так, а давай здесь мы тут не лутаем. Двигали просто. Надо с точки собрать, не надо ничего с точки, с точков очень много. Вот это надо разбить точно. Ну. Ничего, а, ничего нет. О, а тут ящик мы лутали. Вон эти орки тут. Ебать, что меня лагануло. Да, странно. Эй. Чё, ну-ка давай не... Блядь. Чё? Лагануло жёстко. Что такое? Нормально же играли? Что началось-то? Сейчас с другой стороны надо идти как-то. Ты направо был? Или налево? Давай направо. Давай. Тут эти. О, кстати, хлеба. Йо, ебать. Сука. Сзади он. Блять, лагануло, пиздец, заколебало. Что за... читер какой-то. О, тут цветочки. О, тут мы и найдем 5 даймонтов. О, нифига тут... Еще 3 надо. Я цветочки беру. Я не знаю для чего цветочки, но это, наверное, нужны по-любому. Го-го-го, дальше двигаемся. Я не понял, блядь. А пока. Так, ладно. Что за хуйня? Где мы? Налево же. Подожди, мы на. Бля, я запутался что-то. Что за хуйня? А где босс? А. Подожди, блядь. Что такое нахуй? Мы так пошли прямо и налево. Сейчас нам надо.
И налево. Направо мы ходили. А, о. А. Вот здесь босс. Это такой себе босс. Я уже больше не буду. Блядь, я удар пропустил. Я дождаю, как я босса пропустил. Да. Так, блять, почему ты поворачиваешься, герой тупой? Нормально, держи, держи, там не будет там уже. Я убью. Ой, все, убегаю. Бля, два удара пропустил. Ох, сука, еще один удар пропустил. Ты что, там еще бот видишь, что ли? Я убил его. Только этого. Слушай, мы собрали даймонды, даже больше. Да? Ага. Да хуя, а, ну, ништяк. Ништяк. Надо костер сломать. Этот раз сверху тут лежал, хрень. Чего эти точки? Ну, очень интересно. Тут очень много этих цветков. Нет, у него не лежит топор. Я думал, тут будет осколок топора. Тут вроде все. Все, погнали дальше. Не, не все, вот там есть проход дальше. Да? Как я пропустил опять? Да блядь! Делай подвал, давай. Ты делаешь, а не делаешь. Так он на тебя вроде смотрит и разворот у меня другие. Ох ты сука! Ой, понять, попасть не могу по нему. Читер. Ломаю ихнюю базу нафиг. Нам бы сейчас на клетку одну найти. На базе нету там, дофига же, по-моему. Нет, только именно вот тут здесь. Бля, читер слишком. Блин, нафига столько цветков не посадили.
ничего нету. Так, что, сверху сперва обыщем, потом вниз пойдем. Ну, в принципе, там вниз надо просто. Чё, блин, бомж так устал уже такой. Ну, у меня тоже что-то не бегает уже плохо. Так, там-то ничего нету. Здесь спуск вниз. Ну это, наверное, туда же куда-то. Провички вроде есть, можно поджигать. А тут есть спуск. Охуеть, это пиздец. Тут у меня вообще герой стал. О, еще вниз. Пиздец тут. Подожди, а мы тут были, нет? Да не знаю. Нет. Здесь очень холодно. А, тут орки. Ага, понятно. То что подобрай? Ебать тут цветков. Вниз пошел, да? Ну я тут поднялся обратно. Кстати, статуэтку еще. Что-то я не могу ее найти. А, от нее вообще перс устал. О, зомби! О, этот. Они идут. Блядь. Уроды. Эй, чё ты? Так, откуда, чё, куда пойдём? Знаю, тупик. Там так-то тоже налево. Был проход сверху. Еще один. Да, так вот, пойдем налево сразу. Пойдем наверху, проверим, а потом. Ну, потом сюда, потом забудем мы это про это место, нет? Там-то большое помещение. А что-то у меня вообще перс еле-еле двигается. Ты постоянно, наверное, в этом? Нет, я вот просто вот бегу. Ну, мне холодно, статус. Ебать. Ну тут справимся нахуй. Осталось сюда. Что их тут, блядь, это хуя. Иду на помощь. У меня щит тут маленький. Я иду сейчас твоей стороны. Ух ты! Спины пляшок. Ох, походу мне надо съябываться. Да, мне тоже. Ах ты, сука.
хрени, блядь, толстые, пиздец. Ого. Такое чувство, мы не туда забежали, не лучше сейчас. Ну ладно, хоть зачистим тут пока. Мы уже можем мост установить тысячу. Че, с этими последними справимся? Тут там ящик. Да. Ну у меня, не знаю, у меня это. У меня тоже так. Да, вот. У меня щит просто на два удара. Ну, ладно, хер с ними. Тут, в принципе. Сейчас я обойду, посмотрю там, что там. О! Теперь у меня все ништяк. А тут дверь какая-то типа и... Так это, наверное, вот этих уродов надо. Блять. Че, ломается? Ну, по чуть-чуть делать, да? Надо отдохнуть, пишет. У меня усталый. Кей. А вот тут мы были, да? О. Вот его овсянку собрать надо. Это вот, выход к мосту, кстати. О, так слушай, давай сделаем. Знак братства. Фига мы так-то срезали. Да, это, кстати, хорошо. Так, сейчас, ну давай, посмотрим. Нужен адамант 80 и черный алмаз. Надо слетать за этим. На базу был? М? На базу? Ну да, только тут-то далековато, наверное, идти. Пешку ты поставить не можешь, дай. Еще посмотрим. Могу, только... Её же потом надо будет снимать. Так мы сами... Ну, вообще пофиг, давай сделаем ТП-шку сюда. У нас есть уже алмазы. У нас там... Я там еще добавлял же 3 штуки. Так что, ну, у нас есть лишние. Я вообще... Сейчас, мне кажется, я на базе появлюсь там. Уж только... А, нет, на базе. Ну, я появился уже. Ну, рандомно, видимо, это. Вообще, я знаю, тут короткий путь, я через реку перепрыгиваю. Ahead.
Так, что там надо было? Так, адамант. Пать на золото. Как ты шли армии? Ты все пожрал на хпшку? Нет, у меня там 3 штуки, по-моему, есть. Хватит мне. Называл мост, точно. Ну сейчас мы... ты седло Масада взял? Да. Че? Ну че? Самый важный момент, там, наверное, дракончики открылись. Требуется адамантовый молот. Бля, адамантский молот. А останки-то? О, что-то происходит. Да не происходит. Самое главное, это я не это. Точно. Блин. Пойдем, я тебе пиздечу. Подожди, я все... После этих выпьем. Да, блядь, удар пропустил. А так что ты, сука, сбоку-то за что? А, пытается обходить ведь? Блядь! У меня броню снесли уже все. Да ну нахуй вас. Ну все, теперь один на один остался. Теперь тебе никто не поможет.
Я пытаюсь сейчас кувыркаться в основном. Всю броню мне снес. Чё, тогда? Слетай, починись просто быстро и всё. Так я устану. А, ну да, да. Хотя... Ладно, да, слетай. Просто... Ну сейчас выпьешь, эти же выпьешь. Ну да, я тоже так об этом подумал. Не знаю для чего цветы вообще. Цветы вообще что-нибудь делают? Не знаю, а у меня пока что нету рецепта. Может там, конечно, есть какой-то крутой рецепт. Ну, на всякий случай надо брать. Не зря они так просто так много лежат. Там же у нас тоже там стоит этот новый этот. Ну да. Прям чё куда, я чё-то не помню, наверное, как-то. А вот тут вниз чё за хуйня? А, тут просто золото. Здесь тоже золото. Не, нам вода сейчас не нужна. Нам надо исследовать. Такая локация большая. Блядь. Ебать, там какие-то звуки страшные. Там туда стенка есть. Там такие, как будто дракон. Так, мы тут босс. Так, куда мы там пошли-то? Там на, мы, нам там надо было. Вот пошли. И мы пошли. Он один? Что он тут один делает? Собираем, у меня вместо хера. Подожди, а как? Я запутался уже нафиг. Что, блядь? Ну-ка. Бля, не понимаю. Сюда что ли? Так, мы прямо на босса пошли. Или чё? Точно не тут. Мы куда-то хотели идти. Вот сюда. Это... О, вообще. Вот, пожалуйста. Вообще там так-то был... А, подожди, там же был проход ещё какой-то. Кажется, мы все тут опустим.
Чё теперь? Прямо туда идем? Да, да, ну вот, короче, лево по сути чек. Угу, но окей. Основное это тут надо было завалить этого. Зачистили. Ну, основное мы добыли эти еще. А молот надо сделать. Блин, лагает. Не загрузился. Нет, пройдите, дайте пройти. Не. Не могу. Пиздец. Да блин, аву. Все. Так, нам что прямо теперь? Ну, наверное, так. У меня что-то со звуком в игре. У меня тоже включен, да? Угу. А, вот там а. Статуя была еще. Угу. Сундук. Чё там? Аметисты, монеты и стальной слиток. Пиздец. А что ли, ломать? Мне кажется, мы тут уже были. Значит, вниз нам надо, что ли? Внизу там? Или что? Да, мы здесь бы... А там дальше-то прохода нет, да? Ну, нам надо тут шахты, что ли? Там что-то...
Он какой-то. Что? Открывает, а что? Это как будто, ага. Только нихуя не вижу, блядь. Ну, область поиска, типа, тут нарисована, значит. Сейчас посмотрю, что нам надо делать. Где четвертый фрагмент, пока. Он должен быть внутри этих зданий. Слушай, он в здании. Вот этих, что ли? Ломай тогда здание. Так а чё? Где он ещё может быть? Он еще должен выглядеть-то, блядь. Ну, раньше светящаяся хрень какая-то. Деревья соберем. Никого он не держится на воздухе. Наверное, тогда.
кажется, внизу. Хотя там лестницу мы ставили. Мы там были, по-моему. Мы, видимо, в домах поискались. Блядь, ты сейчас знаешь, что сделаем? Сейчас... Нет. Может, эти станет? Написали то, что где-то здесь. Хотя наверху тоже так написали. О, нашел. Нашел? Пиздец. Еще одна где-то. Найдите заставу пустоши. Заставу пустоши. Где-то можно ну, разговаривать. Ну, там рецептик какой-то. Может, там вниз надо? Кто разговаривал? А, орки. Орки. Ладно, понял. Разведка какая-то. Так, нам теперь кузница Дурина, застава Фриера. Опусть поиска. Кстати, мы там что-то вот нашли. Что-то нашли. Внизу-то? Да нет, он опусть поиска висят. Блять, лагает, пиздец. Может быть. Блять, все рушится. Орёт кто-то. Так, нам ух, ебать. Нам наверх, что ли? Бля, не помню, там где. О. Тут мы не были, что ли? Где там? Это ящик нашел.
где? Перс вообще устал. Да я не знаю. Ну, нам, мне кажется, надо шахт, наверное. Шахт? Думаю, да. Здесь мы были справа. И слева. Справа, слева мы были, значит, нам надо шахты, что ли. Вот эти. Ну, самый низ надо, не спускались. Вроде были там, не сюда. Ходили мы там, да? Да. Ну да, вроде. У меня уже звук не хрустит. Уже перестало так. Истощился я. Так, а нам адамант... А, есть адамант. Ну все. Можно отдыхать. Го. Павчина надо только поставить. Что ты там медленно шашлык делаешь, да? Капусту там схавай, там капуста вообще ни о чем. Не, ну типа, ты хуя. Шахты. Может, что-то в пульсе?
Ну а что, думаешь, туда слетать надо? Может, на той кузнице-то? Нет, вот уже я поставил эту кузницу. Кузницу. Она здесь? Кузница, да, я ее... Изучили же мы ее поставили. Бля, может, шлем это сделать? А тонкую кожу надо. Сейчас сделаем. Неплохо. Перевал, мост. Барзинбар у нас еще не открыт. Даже. Поиска 505 ярдов. Шахты. У меня 180, 179. Давай. Мост, перевал. Перевал, да? Ну. Кстати, эти облавы перестали идти, слушай. Да, погнали. Опять холод, что ли? Блядь, сука, опять звук начался. Это из-за ветра. Я понял то, что нет. Нет. Ну-ка, если я пересоздам зуб. Ну. Я опять издалека откуда пойду, наверное. Просто
сильно херачит. Вот такой же дай получается или нет? Нет, сейчас. О, как сразу. Нормально стал. Где появился? Не. Посмотрим. О, тут же вроде появился. Ну да. В темноте. Сейчас хочу. Блин, вот одной ситуации не хватает. Значит, спускайся ко мне. Сейчас прогрузи здесь. То есть ты чё, сука, издеваешься? Вот ты спустился, бля. Опа, оп. Тут у меня экран потемнел, блядь. Игра такая темная стала. Ну, у меня тоже темно там. А, так это темный этот. Ну, темная ночь. Темная ночь, темная ночь. Блядь. Ну да, вроде мы... А, да, мы сюда, по-моему. А, да, мы сюда не ходили. Ну, дальше не пошли. Мы здесь убили и это развернулись. Да? Угу. А, ну да. Да, точно. Надо деревяшки? Да, надо. Ну как снял? Я не снял. Ты будешь, ты же строитель? Опа. Все, он надежный. Кто там? Дерутся, что ли? Ебать они, а чё друг с другом? А, там против волк. А. Хорош, мать. It's a sorry sight. A sorry sight indeed. This place will one day be filled with dwarves again. Не обязательно, мне кажется, их убивать. Ну да. Сейчас у нас все есть пока. Боже, он герой. Да хуя, бля. Блять, скрибы день.
есть веревка? Веревки? Не. А, ну там статуя все равно надо. А таких двое тут осталось. Да? Да, гаси. Ой, ёлки. О, восстановить можно. Бля, ты взял, да? Лагает это просто. Еще одна большая локация. Но. Да пойди-ка на. Я ничего не вижу. Возьмем волокно на всякий случай. Moria is mine. Оо. Казадум is the home of Doran's folk. На рак Шазона. Dragons, beasts. Oh, вот оно. Чё? Блин, Галыч. Он на тебя идет. Мы на мосту будем драться как мужчины. Охуеть. Я не могу пройти эту хуйню. Беги. Ты не пройдешь. Мост ломает так. Мост рядом сломай. Блядь, ну, я пойду. Помощь. Ну да. А вообще он это типа не пробивает? Блядь, застёрнется. Кто-то дерётся с ним? Ох ты, сука, вот я ворвался, блядь. Ах ты, сука, я пропустил. Сколько по нему наносишь? Не знаю. Блять! 11. А, стрелу будет взять. Он что, летит за нами? Блять, ни одна броня осталась. Тут тоже молот это требуется. Да. Что-то мы пропустили. А мне кажется, нет, просто надо. Может, тут что-то есть.
ничего нету. Ну вот там вот видишь застава фрера. Нам надо заставу фрера попасть. Пойдем на заставу фрера. А запомни, что тут это дырка вот там. Ну, пчелиный мед. Ах, сильный удар, ёбнуло. Так, кузница Дурина, кстати, тут недалеко. Пока попасть-то. Это непонятно. Чуть повыше он, да? Надо повыше забраться. Эту кошку надо убить потом. Да. Swarbred by Sauron. From Ashazon. This dragon. Это другие орки? Ну, типа похожи зеленые. Блядь. Тут он там внутри как-то застрял. Я установил уже. Ва, блядь, я застрял. Ага, отлично. Ключ. Опа, ключ. А. О, тут он ключ вот здесь надо использовать. Это ваша кровать. О, я и займу. А, строй сам. А зам ключом открыл или что дали тебе? Нет, я не открыл еще. Вон. Здесь. Железный слиток. Так, железный слиток. Как ключ называется? Ключ фонарь. Ну, пойдем сгонял, ТПшка тут. Но. Предлагает мукипет. Плохо. Ой, блядь, ты кошечка.
Это что мы открыли-то было? А там не полностью открыто же. Ключ еще надо какой-то там. По-моему. Я весь камень унес, короче. Он не заколебал. Как он называется-то? ТПшка. Застава. Блять, он застрял, что ли, бедняжка? Застрял был чувак. Я тебе железные свитки не взял. А, нет, мне не нужны железные. А вот цель. В принципе, здесь мы получается. Блять, я стрелы не взял. Че, будем ТПшниться на базу? Я отдохнем. Там.
Слушай, я делал, я тебе перья еще оставил там, чтобы нормальные стрелы сделать. Не слышно? Да, сейчас слышно. Расчихал, забыл там. 30 мало стрел беру, сделал. Ну типа не. Не хватило. Ну типа перьев не хватило. Самые такие. Три штуки, ну типа по три штуки. Дурина. Ну нам кузницу Дурина надо. Еще. Пойдем сперва дракона попробуем. Я набухаюсь. Мы его там пропустили, так нельзя. А, область поиска, вот 132 ягода, там пятая часть этого. Где он был? Ты вы... Вот не помню. Наверху где-то. Я чуть не сиганул туда. Я не вижу, просто бухаю. Точно не да. Здесь что ли он был? Это? Да, он тут. The dragon's beast. Сейчас я. Он как-то. Может туда на мост пойдем? На мост он еще? Ну да, поставил. Я не вижу его, блин. Ты увидишь? Нет, но я в тень стреляю. Кстати, лук профитный, да, такая? Ну да. Где он, блядь, чуть не ёбнулся. Отразил же меня. Слушай, плохая идея. Да не, нормально. Вот так нормально. Он не пойдет дальше. А, лох. Бля, ну я отравился. Я тоже, да. Ты что, ничего не дали? Ничего, да. Блядь, ну это я, конечно. Обидно. Так, а чем он тут? Ну, нам надо вот область поиска. Ну гоуд, вот. Что там? Вот тут и вот надо. И вот там вот еще есть. Ну. Ну пятую часть да. Топора надо достать.
А, тут еще дракон. Охуей. Где? Вон. Блять, а я вот что-то это... Наверх заберусь прямо вот туда. Ах ты, сука! Она вот это установить не надо, да? Не знаю. А волки их сожрут. Нам надо... А чё, мы нашли, что ли? Я не помню. Да хуй знает. У меня здесь ничего нету. А вот там что снизу лежит такое? А, честь. У меня осталась область поиска 220 ярдов. Вот это вот туда, да? Угу. И как туда пройти? Вот, наверное, вот по тому мосту. Я просто не построю так, что ну, типа так. Угу. Я могу построить. Ага, а как ты построишь? Так. Блять, осторожно. Блять, ну это метод пиздец, конечно. Блять, скупаться можно. Ни хера из-за фонтана не вижу. А по этой нельзя сегодня пройти? Не знаю, я это не рисковал. Ну и желание бешено на самом деле. Под нами там помощь. А, ну смотри, под нами что-то есть. Да. Ой, залез. Урод. Ключ какой-то.
На F? Я ключик потом еще. Включите тогда хорошо. Где сундук-то? Где разбили сундук? Не знаю, сундук не видел. Ох, сверху упал, урод. Ох, блядь, еще не звали. Зачем вот эти вот все камни, вот эти всякие топазы пока что еще даже не подкрасить. Хуй знает, может быть. Ну это бред. Ой, там кто ходит. Там по стенке ходит. Ага. Бля, чё-то, сука, я вам поворвали сейчас. Ага, лошара. А я, походу, чарка лучше стану, когда немножко подстанет. Хоть немножко поменьше, да, мы же? Я могу телепорт сделать вообще, когда захочешь. О, отлично. У тебя алмазы тоже дохрена. Да, ну тут ничего нету походу. Блядь, ну она ломается, доска не будем бить. Да. Блядь, тут реально целый город. Там какая-то область поиска. Лево настало, блин. Ебать-то, урод. О, сидит. Король. Это босс-то? А, его надо ёбнуть, наверное. Это, конечно, хорошо, блядь. Сколько стрел у меня? 88. Вот тоже. 21, 24 только. Че, будем пробовать? Не знаю. Давай попробуем. Я могу так поставить там. ТП-шку-то? Ну поставь что ли на всякий случай. Камень нужен, есть камень? Камень? Один камень только.
На. Пошел я за камни. Давай. Слушай, он уже на... Атакует, блядь? Какого хуя? Он... Ты живой? Да. Он что-то это... АФКшит? Он, походу, завис. Завис? Ну, а. Пиздец, он просто стоит. Он, походу, сломался. Блядь. Или чё? Да, он завис, блядь. Вон, стоит просто так. А, вот, ожил. Я пошёл, вот это построю сначала. Прикольно. Он ко мне бежит уже. Ты... Блять, он ко мне уже пришел наверх. Он наверх по лестнице. Ты что там делаешь? Где, блять, что там? Все, пойдем драться. Да ну нахуй! Главное танчить. Как танчить? Добавили вот эти арбалеты и лук. Еще и зеля какая-то хуйня. Блять, я не могу тут пройти теперь. Потому что я жесткий. Я баф нашел, потому что опять. Ух, да ну нахуй. Баг. Надо стрельнуть и остановиться, стоять, и он тоже будет. Я отвечу. Ой, а у тебя есть мясо похавать? Да. Давай, давай, а то нет, у тебя не могу. Мне надо мясо похавать. Что такое? Он на меня это побежал. Я убил. Да ну нахуй. Ой, стрел нету, сука, блядь. Он умер уже. Мне надо мясо срочно. Короче, в рукопашку. А чё, ничего не дали? Вот там еще. Афганская травка? Нихуя, сколько монет? 450? Ну, у меня 150 монет почти уже. Давай начнем. Читать. О, тут что-то... Ну-ка, дай-ка посижу тут. Илья, король. Что он ждал вот нас? О, тут что-то... тут восстановить надо. Восстановить порожденную статую. Адамант, корона Дурина. Корона Дурина где? А тут что? О, читать можно.
He took the Khazad stone before facing Durin's bane. That's a clue. A good clue. The search for the Khazad stone begins where Nain made his last stand. Under Karadras. Это не надо восстанавливать, да? Это восстановил, да? Нет, я не могу восстановить. Надо адаман и корона Дурина. Ты чё? Ничего не дали? Всё, я стал королём. На колени. Где твоя корона? Знаю, вот я надел, видимо. Интересно. Так, тут печь холодная, надо печку зажечь. Вот шестеренку надо. Это, видимо, последняя печь. Ага, никаких инструментов не надо. Придется тащить, короче. Тебе сделать надо. Адамант нужен тут. Эстетический камень можно установить. Угу. Где? Че? Да вот здесь. Вот сейчас кузницу восстановим, и нам дадут этот молот, который можно построить. Этот. Как он? Наверное. Молот. Но. Изготовление. Так, а что надо там? Сделать какие инструменты? О, ну это, детали. Сейчас надо кузницу доставить. Вот. Делаю построю. Сейчас, ну вот тут. Я, конечно, понимаю, но так. А у меня вообще нету. Этим можно снарядить, да? Детали-то? Угу. Сейчас просто посчитаю. Шестеренка. Или как я. Как она называется-то? А, ну хотя там не Сменная шестеренка одна. Железный слиток, железный слиток. Ну вообще, короче, железный слиток. И тоже. Запасной кривошип. И что ты. Все что ли? И все вроде. Труба-то вроде целая. И что, труба тоже нужна? Не вижу нихуя. А я просто сейчас железные слитки все возьму. Да, и труба на, и все, ну давай. И труба, и все.
Я так не понял, там мы тоже восстановили воду. Ты ничего не произошло. Ну, нет, там вода откачалась, мы смогли пройти, как я понял. Блять, надо так-то тоже слетать-то это. Ты можешь только прилететь. Что-то я железных клетков не вижу. Должны быть. Блять, крашнулась игра. Частенько крашится. Так, якузи надо. Хуя себе, Димон, доту играет. Да, серьезно, чувака затянуло. Quiet. Происходит. I see Grey ahead. Это P6. А вы появляетесь. А, нихуя, я здесь. Так, как так? Не знаю. Интересно. Блядь, что тут блоки делают? Дверь не закрывает. А, не, дверь сломали. Сломали? Угу. Не понял, как вообще. Побытки двери. Нет, это мощность. Так, чего не хотел понять? Они открыты просто. Они сломаны. Кто их открыл? Ты последний оттуда бежал? Наверное. Там он хавчик на столе уже здесь. А тут раз хавать. Так. Надо восстановить их. Я все ставлю, чтобы типа все новое открылось на всякий случай. Угу. Блять, это пизда. Кто это ставит там? В другую сторону, другая сторона тоже там есть.
Вон там, видишь? Пиздец. А это что такое? Тут садить можно. Почему я не могу садить? Тут олень делает. Здорово. Я поставил супер большую бочку. Ты не варить можно? Все. Типа просто она бесконечная, типа ты сварил. Пиздец. Ну я думаю тут типа можно очень долго записать. Нам туда просто пройти. Это не трудно пока. Это после сейчас поспим, а потом это. Так, мне нужно узнать, как кузницу построить. Чтобы там делать эти самые. А, вот кузницу. А, все, погнали. Поспим, да, туда. Должен жестко пахнуть. А как там называлось-то? Камень возьму еще. Последняя кузня? Ага. Ты ее разнузал, да? Угу. Ты уверен, что это последняя? Не знаю. Ну, босс был король же какой-то. Тем более мы все фрагменты сейчас соберем. Ебать, ты далеко, по сути. Что там надо? Шестеренка. Шестерня. Труба одна. И это. Чё, квадрат нахер? Труба. И ливершип. Пешочка. Он так что выкинул. Ага, есть. И что осталось тогда? Кидай. Опа. Байорки. А, лагануло. 10-13, 11 FPS будет. Че, где орки? Где все, они все уже убежали. А, нет, стар, видишь. Соляная ванна, железный слиток. Дуримур. Блядь, слиток звездного металла, что за хуйня? О, кстати, шлем что? От тени защищает. Вот это нам нужно.
Вот этот щит был. А, это что? Защитный щит дурин. А, ну вот на тени защищают. Да? Тоже. Ну, надо какие-то, блядь, что за слитки такие? Не знаю. Солнечный камень, блядь. У меня есть солнечный камень. Один. Пиздец, короче. Так. Игра только начинается, походу. Блядь. Ищите перекрёсток. Кстати, пойдем, пятый фрагмент найдем и мост сделал. Вот, вот тут. Ты молот сделаешь? Нет, вот нам надо пятый. А. Молот-то нет, наверное. Ну, гол это. Пойдем. Не, молота нет. Фрагмент надо найти. Может, найдем потом, да? Ладно, пойдем вот этот сходим до этого. Пол, а забафусь походу. Что, кстати, не пошли эти сколки. Ну что мы босса убили. Ну, кстати, вот еще область поиска 89. Подожди, там дырка что ли? Там можно пройти. Я ходил там, ничего не находил. А, вот этого снить надо. Или снил? Я вас там. Как туда пойти? Не думаешь? Это большой город. Я откинул. No matter the destruction, she must be stopped. Гномы спидранили. Я охуею его все по вот все везде бегать. Да вообще ты ж пиздец. Что говорит? Орг где-то, а где он? Ну ладно. We got orcs! Да, да, чё за, кстати, такие? А, это ж сок. А, вон туда, наверное. Ага. Лагерь он добавил. Разобраться. Капля. Отбригадируют. Охуеть со всех сторон. Ебать! Назад отойти.
Охуеть. Да ну нахуй. Ебать, что ты слишком много. Да ну нахуй. Нахуй, отойди. Пиздец, что ты. Тактический ход. Это пиздец. Да ну нахуй, стрелами ебашат. Да блин, в жопу прямо. Ой-ой-ой. У нас эти пробивают насквозь. Вот там плюс. Охуеть. Стрелы не ебашут, меня пробивают. А, это другие. А, друг против друга они воюют. Орки-то. Ну, типа жестче. Ой-ой-ой, что за плодя... Как они так плодятся? Блять, какие-то скопалки. Держи их в этом районе, я буду их с арбалета шотать. Они выбегают, блять. Блять, они толпой берут просто. Пиздец. Бля. Бля, я пропустил удар. Охуеть, потные, бля. Это жестко. Пиздец. Как ты без ключа открыл? У меня был ключ, который был когда-то держал. Они, видимо, подходят друг к другу. Я не помню. Да. Не знаю. Точно пусть. А, тут босс. Так, давай направо, так, в другую сторону. Так, а что, может, справимся или не справимся? Ну, гоу, гоу, гоу. С арбалета пострелять. Давай. А, этот хуйня.
Ну сейчас, конечно. Эти потные, блядь, были скучно. Давай налево. Ух ты, сука. Налево. Сзади. Блять, у меня щит сломается. Пизда. И блять, что пизда, пацаны. Ну нахуй, иди нахуй. Дерусь тут. Бегу. Я там двоих захлячу. Слушай, а я сейчас знаешь, что сделаю? Это Е. Да блять. Где босс? Я хуй его знаю. А, вон он. Самолети постоянно. Во, побежал. Куда он? Я за ним. Что я у него упала? Ага, рубины, черные и алмазы. Ну, другие алмазы, прям которые такие супер. This is it. All five pieces. Тут нашел. О, топор дурин. Ну. А, пройтись что? Может. Все, может, идет. Ты что там наделаешь? Тут можно пройти дальше. Я видел, они всех убили просто. Ух ты, сука. Ух ты, блядь. Хуя их тут. Пошли нахуй. Товарищи. Ну нахуй. У меня нет брони. Там дохуя. Ну я еще веду, короче.
Побежали они за мной. Надо меч поменять. Слушай, а что-то какая-то новая. Чё это? Что новое? Руда? А, это да. Нет, так. Хуйня. Пойдем туда сходим. Там надо чистить. Сейчас он тут что-то висит. Висит? Костер сломай нахуй. О, собака здесь ходит. Ладно, похер на нее. На собаку-то? У тебя есть мясо это? Да. Там одна комната? Ну там орки тоже. Там собаки орки. Были. Да, блядь, пропустил удар. Вот они появились, идут. Ах ты, сука. Ой, что их много. Слушай, у меня щита нет уже. У меня тоже нет щита, я так дерусь. Так, блядь, я не могу. Пизда, меня убили. Блядь, да ну нахуй. У меня выносливости нет, я кулакаться не могу. Они ушли. Так нет, они уходят, да. Как ты кулакаешься, я кулакнуться даже не смог. Я держусь. Какие трое тут, блядь. Сука, они жирные. У меня меч-то еще ебанутый старый. Остался только. А. Жаль, ты сломался уже, что ли? Да. Пиздец, я сейчас сдохну. Блядь, нахуй я убегу. Я тогда умру просто сейчас. Ну давай, что ли. Руки так и стоят, эти мрази. Как? Куда надо... там ближайший-то был? Последняя кузня, да? Да, вроде. Последняя кузница. Ну, мне надо заодно с тобой идти как-то. Надо было мне такое чисто. Что ж, да?
Ага. Если умрешь, на заставу я не всех перетирал. У меня не вижу. Ага. Вот твой рот типа. А не ходи. И за мной бью. Хотя я их отлипаю. Сейчас я возьму и помогу. Блять, суки. Да вы что, ебанутые? Опа, я обманул вас, обманул. Ах ты, нихуя себе. Отстаньте от меня уже. Я настолько устал, что я вообще устал жестко. Чё, где? Ноги, пожалуйста. Блядь. Идите нахуй. Иду к тебе. Это... Блядь, ты все это время с ними хуяришься. Бля, ну нахуй я убегаю, пизду. У меня уже все хп нету. Я от них все время бегал. Иди ко мне, я его убью сейчас. Еще сзади бежит. О, бля. Еба. Надо слетать на базу, пиздец, я уже усталый, хп на один удар. Брони нет, ничего нет. Долго ты держался там так. Пёс сломано. Блядь, что загрузка тут? Вот бы я сюда прибежал и не прогрузилась, это да, попал бы. Вот это, конечно, подстава в игре. Я не могу пройти. Бэр, это мощно. ТП-шка-то? Я забыл, где проход. Now she wants Moria for herself. No matter the destruction. She must be stopped. Ой, бля. У нас же тут ТП, это припал где-то был. Внизу он, по-моему, есть. Я туда в пульсу побежал. Да, сколько там? Бля, как пройти-то? Внизу, наверное. Нет, я же как-то сюда... А, она сверху. Ебать нахуй. А, вон. Видимо, так. Вичу. Ага, нашел. Или нет. Ага. Пиздец, как сложно. Не, он не бегает просто. Я чем-то отпечал. Так просто жесть. Сейчас я помню. Сразу сделаю. Так, а что надо-то?
О, как быстро ты пошнул, вот это мне нравится. Какой-то железный слиток дуринуло надо. О, вроде я наелся. Здесь у нас наставлено все. Такое дерьмо для себя. Полный, полный, полный. Так, есть гунбасский шаг, его надо куда-то запихать, чтобы мы не знали, что он там лежит. Сюда запихаю, вот этот новый. Угу. У меня есть солнечный камень, где он у тебя? И да, солнечный камень тоже сюда же запихаю. Ты его взял, правда, хуйня. О, 4 штуки. Последнее. Еще осталось куча. Понял, да? Ага, пиздец. Понял, сколько золота? Блядь. Мы вот все можем не играть нахуй, жить на это. Кстати, вот те стрелы еще. А стрелы давай. Сколько? 6 штук? Ну, я подобрал. Спать. Да, что? А, спать. Жвачку надо. Что в бочке-то бесконечное? Что бесконечное? Да, эль, вот то же самое, что мы пьем. Просто он, типа его больше. Там залазить надо наверх. Господи. Можешь поставить что-нибудь? А, поставить.
Я думал, можно налить себе. А, нет, там надо еще делать. Поставлю еще. Ох, ничего. Тесто, блядь, ебать, что. Овсяное молоко. Ага, железный слиток дури нужно. Гундамбанский шлак и соль. Да что-то цеплять, писал, забыл. Соль, короче, и что-то еще. Слиток-то? Какой? Блять, ну это черный-то. Где ты увидел? На список рецептов посмотрел. А. Он у нас, блин, не открыт еще тоже. Угу. Я просто смотрю, что собирай. Так, ну за что холодно, то жарко. Что, все что ли? Два часа уже. Да вот так все. Мартина осталось. Золото полюбило, конечно. Да, золото для себя. Что строить можно? Вот так закончу. Соляная ванна. Пять штук нет. Пиздец.